приветствую, всем здоровья. Сегодня у меня на обзоре будет очередной китайский мультитул. Вот непосредственно и он сам. Заказывался данный инструмент из Китая, и с момента заказа до получения прошло 25 дней. Так себе результат. Начну с внешнего вида. Смотрится мультитул недурственно, и в принципе придраться тут не к чему. Пластиковый корпус выполнен хорошо и даже не только выглядит, но и ощущается вполне надежным. А теперь о наполнении. В мультитуле присутствуют следующие инструменты. Это выжимка для цепи, 7 шестигранников, разбросанных по корпусу, которые имеют следующие размеры. 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 и 8 мм. Шестигранник на 8 выполнен в виде насадки на 5-мм шестиграннике, в котором для дополнительной фиксации насадки запрессован подпружиненный шарик. В самой же насадке, помимо отверстия под шарик, имеется кольцо, которое будет удерживать на месте смещенную по шестиграннику насадку в то время, пока вы будете использовать шестигранник на 5 мм. Все продумано. Помимо шестигранников в наборе присутствуют крестовая и шлицевая отвертки, переходник под 25-й торкс, который располагается на 4-мм шестиграннике, спицевой ключ под 2 размера ниппеля и вот такое жало. Далее по бокам в корпусе разместились две монтажки, под одной из которых скрывается приспособа для удержания цепи во время ее размыкания или наоборот установки. В целом мелочь, но приятно. Ну и последнее, что спрятано в корпусе, это металлическая зачистка для камер и 6 заплаток, судя по всему, самоклеющихся. Вот, собственно, и завершился обзор всего того, что входит в данный мультитул, и пришло время отметить нюансы. И начну я с монтажек. Первый нюанс с ними заключается в том, что нормальной их фиксации не озаботились совершенно. Они просто вставляются в корпус без каких-либо усилий. Второй нюанс – это то, что монтажки откровенно мягкие. И даже если они не сломаются в процессе использования, то в любом случае пользоваться ими будет не очень комфортно. Третий нюанс – это чересчур короткая шлицевая отвертка. Пользоваться такой также не очень удобно. Думаю, еще для разнообразия надо к чему-нибудь придраться. К примеру, к тому, что выжимка не укладывается полностью. Разумеется, это крайне неэстетично, и причина тут в том, что она упирается в переходник, который в свою очередь упирается в комплект для шиномонтажа. А если убрать любую из этих двух помех, то выжимка легко занимает свое место. Теперь осталось узнать, насколько данный мультитул утяжеляет багаж велосипедиста, и для этого я помещу его на весы. Возвращаю на место переходник под торкс. И что же, цифры получены. Вес составляет 190 грамм. Настало время протестировать выжимку. Для теста я буду использовать фрагмент ХВЗ-шной ржавой цепи. Приступим. Вначале продемонстрирую выжимной штифт. Он здесь не является отдельной деталью. Это просто продолжение прута, на котором накатана резьба и на конце которого выточен этот самый выжимной штифт. Собственно, сейчас надо оценить его состояние. Надеюсь, видно. Штифт прямой. Острие новое и пока еще в полном порядке. Следующее – это корпус выжимки. Смотрим на его состояние. Все пока что ровное. Что же, перед началом теста я смажу цепной смазкой резьбовую часть выжимки. Это добавит мягкости в процессе размыкания звеньев, да и в целом уменьшит износ резьбы в инструменте. Все готово, можно начинать. Поскольку это тест, то пин выжму целиком. We'll be right back.
Итак, цепь разомкнута не без труда, но тем не менее факт налицо. Что же, смотрим на состояние инструмента и начну с корпуса. Вполне ожидаемо, корпус абсолютно не изменился, ничего не погнулось и не лопнуло. Теперь посмотрим на выжимной штифт. Первое, что отмечу, это то, что он не погнулся. А вот следы использования на острие, разумеется, появились. Но не скажу, что деформация острия какая-то критическая. Вполне допускаю, что данная выжимка разомкнет с десяток цепей. Этого более чем достаточно, если выжимку использовать на выездах, а дома пользоваться более качественным инструментом. Ну и напоследок, личное мнение. Мультитул после первого знакомства с ним оставил достаточно положительное впечатление о себе, даже несмотря на некоторые недочеты в конструкции. В любом случае, наличие данного инструмента однозначно не будет лишним в пути. Как-то так. Так что, если кого-то заинтересовал представленный на обзоре мультитул, ссылку на него вы найдете, как всегда, в описании к видео. А у меня на сегодня это все. Всем пока и до новых встреч!